Бандитский режим Назарбаева-Тукаева устраняет своих политических оппонентов. Активисты из Шымкента обсуждали политическую ситуацию в стране, призывали выходить на мирные митинги. Их преследуют по политическим мотивам за гражданскую позицию. Жанмурат Аштаев – отец четверых несовершеннолетних детей и активный участник протестов. Его жена сейчас в положении и готовится рожать без поддержки мужа. Многодетная мать не работает, а муж – единственный кормилец семьи. 7 января Жанмурата держат в тюрьме по обвинениям в массовых беспорядках и нападении на государственные здания. Якобы 4 и 5 января он громил мебель в акимате Шымкента. В те дни его даже не было в городе. 4 числа он со своей семьей уехал на поселок, а весь следующий день провел на работе. Его коллеги готовы подтвердить это, однако и следствие, и суд упорно игнорируют их. На самом деле погромы и мародерства совершались бандитами Дикого Армана, полностью подконтрольных правительству. Их наняли, чтобы дискредитировать участников мирных протестов. Саламатсыздарма, мен Уранова Мөлдір, Жанмурат Аштаевтің кенчегімін. Жанмурат Аштаевті төртіне жаңағыдай митинге қатысты, ұйымдастырды деп, 269 баппен екі айға санкция беріп, Сәуле СИЗОсына жатқызып қойды, отырғызып қойды. Олардың біз соты болған кезде біздің дәлелденген куәгерлеріміз қабылдамай қойды. 15 куәгеріміз бар еді. Ауылда болған Жанмұрат 4 күні, 5 күні жұмыста болған. Жұмыстағы бейне камераларында алдық жаңағы 15 куәгерімізде қарамай қойды сотта. Қазір үйде 4 бала шағамыз бар, кәмелетке толмаған атамыз бар, мүгедек. Сахарный диабет, давление, бәрі учетта тұрады. Өзім жалғызым, қазір пақа. Ашыраушымыз жоқ. Қамап ұстады. Давайте поддержим семью Жанмурата в трудную минуту и добьемся возвращения кормильца домой. Необходимы продукты питания и средства на оплату коммуналки. Жанмурат боролся за наше будущее на площадях. Теперь давайте и мы поможем его семье. Отправьте на карту доступную для вас сумму. Любая помощь на регулярной основе позволит семье Жанмурата справиться со сложными условиями, в которые их ввергнул бесчеловечный режим.